Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков посетил обновленное общежитие Казанского федерального университета номер 6. Экскурсию для государственных и политических деятелей России и Татарстана, ректора вуза провели студенты во главе с директором департамента по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания Юлией Виноградовой. Коллеги осмотрели учебные, жилые зоны и места общего пользования. Студенты поделились впечатлениями от условий проживания, образовательного процесса, рассказали о своих увлечениях и жизни в столице республики. Показ обновленной современной кухни студенты решили совместить с чаепитием. Вообще в общежитии это кухня. Да. И поэтому не только, чтобы было место для быстрого приготовления, но для нас было важно, чтобы это было место еще для общения. Потому что они действительно проживают с разных уголков России и стран мира, поэтому вот это такое уютное место. Оно комфортно. Мы все студентки Института экологии и природопользования, но мы сюда приехали учиться с разных регионов. Давайте сядем. Да, присаживайтесь, конечно. А блин, ты купил? Я. Вы? Да, из Узбекистана. Откуда? Ташкент. Вы, наверное, и плов всем готовите еще, да? Пока всем не готовила, но планирую. Нет, вы ваши места заняли, да? Нет. А вы откуда? Есть Татарстан. Ну, Татарстан большой? Ларишевский район. А? Ларишевский район. Ну, это недалеко. Недалеко. Следующей точкой в маршруте общежития номер 6 стал актовый зал. Валерий Фальков и Ленар Сафин приняли участие в церемонии награждения в рамках ежегодного конкурса общежития КФУ среди комнат студенческих семей. Он касается тех, кто не только учится и встречает свою любовь в стенах вуза, но и скрепляет ее узами брака, ежедневно создает уют в своей комнате и активно участвует в разных направлениях студенческой жизни университета. Семейным парам были вручены памятные подарки и денежные сертификаты с суммой в 50 тысяч рублей. Я здесь в России есть. Семья, 2 года, мы живем в общежитии, в общежитии номер 6. Это хорошее общежитие для жить с семьей, все части все нормально. Сначала я выходим из Сирии, только я, и потом она после 2 года, потому что была карантин для корона. И Роберта закрыта. И все. И потом отправить Физа, и она была здесь. В завершение министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков вручил денежный сертификат на сумму 50 тысяч рублей студентке Института международных отношений за особые успехи в учебе и, конечно, шикарный букет цветов. Карина Саяхова, Тимур Табаров, Николай Суховский, Александр Антонов, Аделина Абдрахманова, Универ Новости.